Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео расскажу, как я ухаживаю за тюльпанами весной. Клумбу с тюльпанами после схода снега нужно почистить. Если вы укрывали луковицы мульчей, ее лучше убрать. Так быстрее прогреется земля. Тюльпаны, когда уже торчат росточки на 6-7 сантиметров, и у вас намечаются заморозки, то их, конечно, лучше всего укрыть. А самое главное, как подкармливать тюльпаны весной. Поливать, почва еще напитана после снега влагой, поливать я не поливаю. А вот для пышного цветения подкормить тюльпаны нужно. В первую очередь, ранней весной тюльпанам нужен азот для активного роста и пышной и густой зелени. Обычно тюльпаны я всегда удобряю аммиачной селитрой. Во-первых, она работает в холодной почве, когда она еще не прогрелась даже до 10 градусов тепла. А во-вторых, здесь азот содержится в нитратной форме, которая легко усваивается растениями, быстрее всего. Нужна норма внесения 20 грамм на 1 квадратный метр почвы. Если у вас почва кислая, то после того, как внесли аммиачную селитру, вносят, присыпают почву древесной золой. Тюльпаны развиваются хуже и цветут не так пышно, если грунт кислый. Также не нужно забывать о фосфорной составляющей подкормки. С ней не нужно затягивать, и нужно, чтобы до цветения хотя бы тюльпаны усвоили части фосфора. Использовать можно суперфосфат. На 1 квадратный метр грунта 50 грамм суперфосфата будет вполне достаточно. И еще одна составляющая – это бор. Для пышного цветения этот микроэлемент нужен тюльпанам. Использовать можно борную кислоту, 1 грамм порошка, растворить в 10 литрах теплой воды и полить тюльпаны. Спасибо за внимание!